Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию аккордеон Вельтмейстер Супита. Значит, инструмент четырехголосный в правой. Имеет готов выбранную систему. Проверим, как она работает. Так. Подбородные регистры тоже работают. Пять подбородных регистров. Переключаем выборную систему. Кстати, проверим бас. Бас мощный. Как он звучит. А клавиатура, кстати, тоже полностью работает. Так вот,
кларнетом ломные деки.